Серьги эбони в двух цветах. В розовый и вообще не должны быть зеленые. Как бы, ну, тут смотрится как будто голубые или синие. Эти серьги мне очень понравились, я в них просто влюбилась. Размер их небольшой, всего-то 1,2 сантиметра. Представляют они себе такие мощные капельки стеклянные, которые на свету меняют цвет в зависимости от того, как их повернешь. Сейчас я вам это покажу, как это происходит. Вот тут они смотрятся прям как будто мы синими, но на самом деле они зеленые. И тут смотрится, видите, сразу, как будто бы и розовый, и желтый присутствует, смотря как их перевернешь. Вот такой мощный камушек. Играет всеми цветами. Когда переворачиваешь его вот так, он, видите, становится зеленоватым. Этим они мне очень нравятся, что они меняют цвет. Также розовые серьги. Так они имеют более желтый отлив. В таком виде они становятся розовые. Очень нравится. К этим серьгам у нас идет также цепочка эбони в розовом цвете и в зеленом. Но в зеленый цвет у меня дочь уже забрала и увезла. Розовый пока остался. Эти цепочки я уже в двух цветах привозила, мне их разобрали. Ну и решила теперь себе такие же взять. Цепочка позолоченная, такая интересная вязка у нее, как бы с такими узелками. Если ее перевернуть обратной стороной, она выглядит вот так вот. Вообще с обратной стороны она выглядит вот так. Вот это изнаночная ее сторона.